По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие выходные на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ИДДС поступило 1510 обращений, требующих реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 18, в полицию 219, скорую медицинскую помощь 595 и газовую службу 5. 3 октября до 16 часов в домах с номера 42/9 по номеру 55 на улице Полярная, с номера 44/1 по номеру 51 на улице Арктическая, а также в Больничном, Кировском и Армейском переулках микрорайона Опалиха будет отключено электроснабжение в связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции. 4 и 5 октября с 9:30 до 17:00 в детском саду номер 2 в домах номер 9, 11, 13/33 по улице Димитрова будет отключена подача холодной воды в связи с переврезкой водопровода. Автоцистерна с питьевой водой будет установлена на Димитрова 7А. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Напоминаем, контактный номер экстренно-оперативной службы 112.